Когда поддерживаете связь с Аллахом, то получите и мирскую жизнь, и вечную. Аллах позаботится о ваших делах в этом мире и вечно. И день, когда мы умрем, будет лучшим днем. День, когда ты к Аллаху вернешься, будет лучшим днем во всей жизни. Попадешь в вечную жизнь и почувствуешь себя как дома. А если будешь думать о мирском и забывать Аллаха, то когда в вечную жизнь попадешь, для тебя это как тюрьма будет. Ты окажешься в таком месте, в котором не хотел бы находиться. Никто о тебе не позаботится там. Надо зикр читать так, чтобы вам это нравилось. С удовольствием. Я Аллаху, я Аллах, 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 я Аллаху, я Аллах. То же самое, когда читаете Коран, можете читать вот так. Алиф лам ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Можно так? А можно так? С удовольствием, с чувством, с расстановкой, при этом осознавая, подключив сердце, только ради Аллаха. Вот это зикр. Алиф лам الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Вдумывайся, прочувствуй. Альхамдулиллях – это красиво. Или вот в намазе. Можно читать намаз без зикра, а можно читать с зикром. Намаз без зикра сердце твое не очистит. Повседневные намазы свои, если читаешь осознанно, душа будет очищаться. Некоторые читают намаз и даже не думают о том, что говорят. Лишь бы закончить как можно скорее. Не проникаются они смыслом сур, читают для галочки. Некоторые, боже ты мой, на одном дыхании стараются прочитать. Фатиху на одном дыхании. Ат-тахият. На одном дыхании. Им без разницы, лишь бы закончить. Иной раз смотришь, думаешь, да как он читает так? Как так получается у них? Вот помню, родственница одна, она поясной поклон как делала? Сейчас вам покажу. Кланялась она вот так. Вот так вот. Я смотрю на нее. Когда она намаз дочитала, я ей говорю: «А ты в поясном поклоне сколько раз прочитала Субхана Роббияль Азим?» Она говорит: «Три». Говорю: «Серьезно?» «Да, три». Я говорю: «Да и быть не может». Она говорит: «Нет, три». Я говорю: «Окей, нет проблем». В следующий раз я записал. Я не шпионил. И вот, значит, она опять. Вот так. Я ей показываю. Говорю: вот посмотри на видео. Давай, пока ты смотришь на себя, на то, как делаешь поясной поклон, скажи Субхан Роббиль Азим трижды. Она себя увидела на видео и такая... И тогда поняла. Трижды, если только вот так. Дочитываешь суру и говоришь: Субхан Роббиль Азим, Субхан Роббиль Азим, Субхан Роббиль Азим. Это неправильно. Два раза говорить вне поясного поклона и один во время. А если читаешь намаз осознанно, поминая Аллаха, это другое. С удовольствием делаешь поясные и земные поклоны. Из земного поклона вставать не хочешь. А если человек земной поклон делает без подключения сердца, не поминая Аллаха осознанно, будет так. Вот так будет. А кто от души намаз читает, скажет так. Субхана Раббиль А'ла, 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 Субхана Раббиль А'ла. Как же прекрасен, великолепен Аллах, мой Господь высочайший. Я в земном поклоне нижайший, а Господь высочайший. Субхана Раббиль А'ла. Каждое действие в намазе будет от души. Об Аллахе же думаешь.
Понимаете? И все вот это, намаз, чтение Корана, викр, когда при этом об Аллахе думаете, осознанно поминаете Аллаха, сердце начнет меняться. Любовь к мирскому уйдет. Уйдет жажда того, чтобы долго жить без поминания Аллаха. Любовь к грехам уйдет. Любовь к вещам уйдет. Будете их трогать, но любви к ним не будет. Уйдет она. И в этом весь смысл. Да воздаст вам Аллах благом.